Привет, меня зовут Алена Протасова, я предприниматель и я преподаю в университете Иннополис. Мы запускаем магистерскую программу «Технологическое предпринимательство». Она подойдет тебе, если ты предприниматель по натуре, но при этом хочешь иметь хорошую университетскую степень. Казалось бы, пойти в университет не самая очевидная опция, если ты хочешь стать владельцем растущего IT-бизнеса, так? А мы считаем, что университет – это отличная возможность совместить бизнес и образование. Да, так теперь можно. Для обучения нашей программе совсем не обязательно быть программистом, но техническая база вам все-таки понадобится. Даже совсем не обязательно иметь готовую бизнес-идею, главное – иметь миллион неготовых. А дальше мы научим вас, как определиться, и научим, как дальше расти в бизнесе. Для развития вашего проекта в университете Иннополис мы дадим вам самое главное, а именно время. Всего год вы будете учиться, а второй год мы оставим вас в покое, и у вас будет возможность самостоятельно развивать свой бизнес. Второе. Вы получите стипендию. Представляете, мы будем платить вам за то, что вы строите бизнес. И третье – это наставничество. У нас преподают настоящие практики, не теоретики, владельцы собственных бизнесов, которые построили свою компанию с нуля. Через 2 года вы зарегистрируете свою компанию, запустите свое дело и будете готовы к быстрому росту. Это наша ответственность. Бизнес и образование еще никогда не были так близко. Ждем вас в университете Иннополис.